и вернем. А, давай, звони бригаде полка. Ты учи, у тебя же эта связь прерывается. Кость, ты это пока. Опусти забрал. Говорят, прожарники, опусти забрал, забрала. Ну что, гуд? Я просто говорю, что у тебя может часть обрываться во время разговора. Ну, я просто говорю, а ты... Это с телефоном. Мне это ж поушли. Тебе другой телефон надо. Ну, такой же, только нормальный. О, я не могу зубы оставить. Ты не можешь ставить, а я не могу кому-то выбить. На, и все. Ну, понимаешь, почему я не могу? Потому что я вижу, я никому зубы не выбиваю. Не моя политика. Кость, я тебе не стыд, который в кино всем челюсти ломает. Не сигнай, я денег не дам. Самому надо. Стоим, мы все равно не успеем уже на зеленый свет. Все равно стоим здесь, нам же сюда. Стоим. Будем идти отсюда, пойдем опять через парк Шмидта. Хорошо. Я ту сторону правую поснимаю. Хорошо. А то я поснимал в середину. Хорошо. Может еще появится, ты подожди, это только был это было только начало. Не, я имею в виду сегодня. Нет, ты обещай, может еще появится позже. А. Я вот это имею в виду, ты подожди. Да нет, вроде там 33 дня. Нет, я вообще имею в виду, что может появится позже. Не сейчас, а позже. В январе или феврале. Может еще появится. Стоим. Готовься. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, сам доставлю. Себе оставлю, себе домой. А завтра у меня на Азмов в субботу. Еду на сказку. На 12. Там, да, мы вчера билденку покупали. И... Угу. Азмолы и Софит. Я говорю, это все надо и тесты, и все закрыто. Толку.
Нам надо на улице. На улице будет. В январе. И 25-28 тоже будет. Кстати, ну 25-го меня не будет точно, я же не могу на 12 быть и там и тут. А вот 26-го, 27-го, я думаю, на сказке я попаду, надо здесь. Ух, я попаду. И в январе я тоже буду. Так что отработаю до конца года, 31-го я отдыхаю, у меня встреча Нового года. А с 6 января снова вперед. Не 31-е, не 7-е. Не, ну а день рождения я по-любому свой праздновать буду. Я свой праздник не пропускаю. Я себя уважаю, в отличие от тех. Не, мы уважаем, только мы экономим деньги. Ну я бы на вашем месте ограничился просто тортиком и все. Ну тортик с чаем. Вот! Вот! Хотя бы. Сохраниться просто тортиком с чаем, и все. И все. И, как говорится, что еще надо для счастья? А для счастья главное две вещи. Чтобы меня в соцсетях вовремя поздравили. И мама не забыла. И все. А, кстати, я сейчас начал деньги собирать на нужную вещь. Присмотрел на эту штуку. Вот когда соберу и куплю, ты увидишь. Куплю, ну, для работы, для своего детища. Увидишь скоро. Пока это секрет, нужно там аж почти 4 штука реально собрать. Ага. Процесс не быстрый. Сейчас подожди, я камеру уберу и вместе, маску надену, вместе зайдем. Ага.